керопласт, тут прям чешуйки. В центре амбулаторной онкологической помощи есть аппарат нового поколения – фотофайндер. Он фотографирует тело и с помощью специальной программы отображает все образования на коже, которые могут перейти в злокачественную форму. Точность – 98%. С помощью него во время дня открытых дверей в центре проверили свои родинки, папилломы и пигментные пятна более 10 человек. Одним из критериев для того, чтобы вы могли пройти обследование у нас, это является наличие страхового полиса Московской области. Желательно, чтобы это были жители Одинцовского района, хотя вот сегодня, по опыту нашего сегодня проводимого дня открытых дверей, у нас приезжали пациенты из других районов, не проблема, мы их тоже осматриваем. Ну, юридически тоже мы их тут оформляем. День открытых дверей в центре проходит каждый месяц. В этот раз главная тема – меланома. Возможность проверить свое здоровье не пропустила и жительница Одинцова Нина Рыжкова. У нее многочисленные родинки на теле, которые вызывают беспокойство женщины. Однажды она уже проверялась, но хочет узнать мнение другого эксперта. Кожник у нас только в Голицыно. Ты надо ехать туда, вот. А второе мнение вообще взять негде. Вот. Поэтому удобно, конечно. Мне показалось, что это прям очень актуально для меня. В основном сегодня все с нулевыми рисками, что, конечно, радует, рассказывает Оксана Маслова. Но небольшое отклонение от нормы у одного пациента все же обнаружили. Она тоже связывает появление новых пигментных образований с тем, что она приехала откуда-то с южного курорта, другого государства, там, где действительно очень-очень жарко, появились новые образования. И благодаря тому, что у нас есть система фотофайндера, вот мы провели тестирование, у нее действительно из всех сегодня принятых пациентов был самый высокий риск – 0,3. Благодаря дням открытых дверей у пациентов есть возможность прийти к врачу без предварительной записи и провести диагностику у квалифицированного специалиста. В случае выявления болезни пациента отправляют на лечение в онкологическое подразделение больницы. Эмилия Рыклян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».